Избрание Владимира Зеленского президентом – большая ошибка для граждан Украины. Таким откровенным мнением в эфире украинского телеканала поделился экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев. Лидер партии «Наши» убежден, что важную роль в выборе главы государства тогда сыграл сериал «Слуга народа», с героем которого люди ассоциировали Зеленского. Но Василий Голобородько остался в кадре. В реальной жизни Мураев призвал украинцев самостоятельно помогать друг другу, поскольку государство этого делать не будет. Друзья мои, Порошенко говорил, что Зеленский – это кот в мешке. Ну, я бы сказал, наверное, словами классика. Это облако в штанах. Мы с вами очень сильно ошиблись. Нас очень качественно обманули. Он же, в принципе, говорил 100 голосами, да? Что-то разумное, вечное говорил Дмитрий Разумков. И мы думали, что это слова Зеленского. Часть политики они транслировали на аудиторию Западной Украины. Было разное. Но самое главное, что, я думаю, те и другие сейчас жалеют.